Девять страничек. Страшные строчки. Нет запятых, только черные точки. Умерли все. Что поделать? Блокада. Голод уносит людей Ленинграда. Шутка. И тихо в промерзшей квартире. Кажется, радости нет больше в мире. Если бы хлебушка всем по кусочку, может, короче дневник был на строчку. Маму и бабушку голод унес. Нет больше силы и нет больше слез. Умерли дяди, сестренка и брат. Смертью голодной. Пустел Ленинград. Пусто в квартире. В живых только Таня. В маленьком сердце столько страдания. Умерли все. Никого больше нет. Девочке Тане 11 лет. Я расскажу вам, что было потом. Эвакуация, хлеб и детдом, где после голода всех испытаний выжили все. Умерла только Таня. Девочки нет, но остался дневник детского сердца, слезы и крик. Дети мечтали о корочке хлеба. Дети боялись военного неба. Этот дневник на процессе Нюрнбергском был документом страшным и веским. Плакали люди, строчки читая. Плакали люди, фашизм проклиная. Танин дневник — это боль Ленинграда. Но прочитать его каждому надо. Словно кричит за страницей страница. Вновь не должно это все повториться.